Всем привет! Сегодня с вами я, Яна. Я расскажу вам о погоде, которая в ближайшие выходные ожидает тех, кто все-таки вынужден нарушать режим самоизоляции, отправляясь на работу. По прогнозам синоптиков, в субботу, 6 июня, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса по Цельсию. К вечеру ожидаемое понижение температуры до 19 градусов выше нуля. В воскресенье, 7 июня, температура воздуха днем плюс 27 градусов. К вечеру отметка термометра опустится до 21 градуса выше нуля. Всем хороших выходных, будьте в курсе новостей при любой погоде. Пока-пока!